Здравствуйте, это канал Доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Сегодняшнее мое видео посвящено алгоритму поведения человека, заразившегося коронавирусом. То есть это последовательность действий, которые должен делать человек, у которого обнаружен COVID-19. Все эти рекомендации, которые сейчас я буду давать, они основаны на рекомендациях учреждений здравоохранения города Санкт-Петербурга, на моем личном опыте и как врача, и как человека, перенесшего коронавирусную инфекцию. Итак, у вас появилась температура, озноб, боли в мышцах, боли в горле, кашель. Что делать? Первое. Пугаться не нужно. Да, скорее всего, в период пандемии вы заразились коронавирусной инфекцией, и не бойтесь этого. Бояться не нужно по одной простой причине, что 80% людей с COVID-19 легко переносят эту инфекцию и выздоравливают. Второе. Позвоните на работу или по месту учебы, если вы учитесь, и скажите о том, что у вас есть признаки острого респираторного вирусного заболевания. И оставайтесь дома. Вот с этого момента, когда у вас появилась температура, кашель, ломота во всем теле, признаки острого респираторного вирусного заболевания, вы представляете уже опасность для окружающих людей. И вы должны уйти на изоляцию. Вот имея все эти симптомы острого вирусного респираторного заболевания, вы звоните в свою поликлинику или на горячую линию по COVID-19, которая существует сейчас практически во всех городах России. Называете свои фамилии, имя, отчество, свой адрес, свои симптомы, вас там регистрируют, и через несколько дней из поликлиники, к которой вы прикреплены, к вам приходят специалисты, которые вас обследуют, измерят сатурацию, то есть насыщение вашей крови кислородом, проведут аускультацию, с помощью фонендоскопа послушают ваши легкие, есть пневмония у вас или нет, проведут опрос и дадут рекомендации. А также в этот визит вам будет сделан тест на коронавирус. Специалисты уйдут, дав вам конкретные рекомендации, и через 2 дня по телефону сообщат, положительный у вас тест или отрицательный. Вот с этого момента вы начинаете лечение дома. В чем заключается лечение дома? Это, во-первых, обильное питье. Морс, чай. Это физический и эмоциональный покой. Снижать температуру нужно, если она выше 38 градусов, и если вы плохо переносите температуру 38 градусов. Для снижения температуры применяется парацетамол по 500 мг 2 раза в день, ибупрофен 1-2 таблетки, а также нурофен. Я применял нурофен, а также применял ибупрофен. При заложенности носа необходимо применять капли. Ксилен, при болях в горле, хорошо полоскать горло солевым раствором или водным раствором хлоргексидина. При кашле с мокротой необходимо делать ингаляцию. Ингаляции лучше делать, вот я рекомендую, применяя небулайзер. Это недорогой прибор, но он позволяет очень хорошо очистить ваши легкие от мокроты, разбавить эту мокроту и улучшить газообмен в легких.
Также необходимо применять большие дозы аскорбиновой кислоты до 1000 мг в сутки. Для этого я использовал порошки по 2,5 грамма. Этот порошок разбавлялся в 2,5 литрах воды. И в течение суток вот это такое количество аскорбиновой кислоты я выпивал. Выпивал я где-то 2-3 литра всякой разной жидкости в течение суток. Особенностью коронавирусной инфекции, вот COVID-19, является то, что в подавляющем большинстве случаев у людей развивается в той или иной степени выраженности поражение легких. От очень легких до очень тяжелых, требующих госпитализации, интубации пациента и введения его на аппарате искусственной вентиляции легких. Поэтому, если у вас появились признаки острой респираторной вирусной инфекции, и это подтверждено положительными тестами на коронавирус, с первого дня начинайте дыхательные упражнения. Те дыхательные упражнения, которые делал я вам рекомендую их делать лежа на спине и на животе с применением диафрагмального дыхания. По 2-3 минуты каждый час в период бодрствования на животе и на спине. Итак, вы лечитесь 5 дней. Вам сообщили из поликлиники, что у вас положительный тест на коронавирус. Бояться нечего. У вас положительный тест на коронавирус. 5 дней – вот это показатель. Как дальше проводить лечение? Если за это время у вас температура нормализовалась, значит, постепенно вы будете выздоравливать. Переживать вам особо не за что. Но если у вас температура не снижается ниже 37,5 после 5-6 дней вот такого лечения, да, когда вы применяете обильное питье, о котором я говорил, препараты жаропонижающие, когда вы делаете гимнастику дыхательную, а температура не снижается, что делать? Опять вызываете доктора, снова приходит к вам доктор из поликлиники, проводится аускультация, на пульсоксиметре проверяется сатурация, насыщение крови кислородом, и скорее всего у вас уже имеет место быть пневмония, либо односторонняя, но чаще всего это двухсторонняя пневмония при коронавирусной инфекции. И вот с этого дня вам назначаются антибиотики. По поводу антибиотиков я читаю массу, на мой взгляд, глупых комментариев. Люди пишут о том, не знаю, кто эти люди, имеют ли они какое отношение к медицине, о том, что не нужны никакие антибиотики при COVID-19, что антибиотики не действует на вирусную инфекцию. Совершенно верно, антибиотики не действуют на вирусную инфекцию. Но у вас температура выше 38,5 градусов и даже до 39 в течение 5-6 дней. И эта температура не снижается. У вас выявлены хрипы с двух сторон, у вас двухсторонняя пневмония. Это говорит о том, что вы находитесь в тяжелом состоянии, инфекционном. При коронавирусной инфекции легкие расплавляются, они превращаются в гнойные очаги. Туда устремляются инфекции из кишечника, которых у нас достаточно много. На медицинском языке вот эти легкие больные, они называются область с наименьшей сопротивляемостью. И если человеку не назначить антибиотики, у него разовьется сепсис, заражение крови, у него вот эти вот гнойные очаги будут в различных участках его организма, включая сердце, почки, печень, суставы, и он умрет от полиорганной недостаточности. Поэтому антибиотики здесь необходимы. У меня на 5-й день была выявлена пневмония. Я применял антибиотик левофлоксацин.
по 500 мг два раза в день в течение 10 дней. И для профилактики дисбактериоза после антибиотика я выпивал йогурт Activia, который содержит пробиотики или такие полезные микроорганизмы. Кроме антибиотиков, если у вас выявлена пневмония, также необходимо применение антиагрегантов. Это тромбоаз по 100 мг. Это профилактика тромбоза. Обычно антибиотики назначаются на 7-10 дней. И в большинстве случаев болезнь потихонечку уходит на нет, температура нормализуется, дыхание у человека улучшается, и он выздоравливает. Но есть случаи, когда ничего абсолютно не помогает, лихорадка у человека продолжается, у него нарастают признаки дыхательной недостаточности, одышка, частый пульс, температура 39 и выше, ощущение нехватки воздуха. Вот если есть такие симптомы, ну, тогда надо вызывать скорую помощь, и это является показанием для госпитализации человека. Вот такой алгоритм поведения с коронавирусной инфекцией. Если понравилось вам это видео, поставьте лайки. Поделитесь этим видео со своими родными, друзьями, близкими, родственниками. Пишите ваши комментарии. Всего вам доброго, до свидания и будьте здоровы!